Эту дорожку общей площадью порядка 40 квадратных метров полностью заасфальтируют до конца недели. До этого во дворах провели ямочный ремонт на площади порядка 330 квадратов. Остался, можно сказать, последний штрих. В четверг, это Дмитрий Анатольевич, за старшего, в четверг выходите сюда, с утра техника и... В течение дня, я думаю, вы управитесь этим объемом. В глубине микрорайона есть пустырь, который, судя по всему, никак не используется. Здесь можно поставить скамейки и посадить деревья. А эта зона похожа на место для пикников. Анжелика Бузунова поручила разобраться, чья земля. Если только это ТСЖ, значит, ТСЖ сюда немедленно убирать. Если это территория муниципальная, относится к муниципалитету, значит, пускай она сюда присылает дворников муниципальных. То разобраться, чья это территория, и навести здесь немедленно порядок. Дворовые качели и горки необходимо привести в порядок, подкрасить и в срочном порядке ликвидировать потенциальные опасности. Также поручено срочно вызвать специалистов электросетей, чтобы закрыть технические люки в столбах освещения. Есть места, где нужно покосить траву, в первую очередь амброзию. Я думаю, что мы выйдем в пятницу и все это зафиксируем. Завтра за два дня весь этот порядок будет наведен. Есть полное взаимопонимание со всеми руководителями управляющей компании. Замечаний не так много, да? Когда-то бывало и хуже. Сейчас замечаний не настолько много, но они присутствуют. Поэтому я думаю, что за пару дней все это будет ликвидировано. Управляющим компаниям дано поручение дворы и придомовые территории содержать в порядке, регулярно скашивать траву и контролировать вывоз мусора. Обходы в микрорайонах города продолжатся.